Трасса Харьков-Изюм. Накануне вечером молодая семья отправилась к родственникам в гости. Однако по дороге, неподалеку от села Петрополье Шевченковского района, их автомобиль ВАЗ-2108 заглох. 21-летний мужчина попытался завести машину самостоятельно, устранить неполадки. В это время его жена и 3-летний сын сидели в уже остывшем салоне «восьмерки». Владелец пытался несколько раз, он хотел завести автомобиль, не получалось. Он думал сразу отремонтировать его, ну а так же не получилось. И уже на последних он вспомнил о том, что у него работает мобильный телефон, и он, как он сообщал ребятам, говорит, ну я все-таки не знал, поможете или не поможете, но я набрал телефон 112, попал в районное подразделение, и в районном подразделении выслушали меня. К месту вызова выехало дежурное отделение спасателей. Когда прибыла помощь, семья уже сильно замерзла. На холоде они пробыли, заверяют в главном управлении ГСЧС в Харьковской области, около 3 часов. Спасатели тут же поместили пострадавших в теплый аварийно-спасательный автомобиль и принялись осматривать сломанное авто. В этот момент они даже и слова практически не могли сказать. Ребята осмотрели автомобиль, да, действительно, он поломался, там была серьезная поломка, нужна была замена авточастей. Они сообщили об этом ближним родственникам, которые там находились. Вместе со спасателями молодая семья дождалась своих родственников. Спустя некоторое время те приехали за родными и взяли на буксиры их сломанный автомобиль. Спасатели тем временем предупреждают о вероятности осложнения погоды и призывают автовладельцев учитывать погодные изменения, перед дальней поездкой проверять свое транспортное средство и быть внимательнее на дорогах. Инна Степанишина, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».